Всем привет! Это Оля и канал «Ну что, свяжем?». Так вот, девчонки, сегодня мы с вами «Ну что, свяжем?» очередной простой, классный, просто великолепный узор. Он плотненький и назвала его «Кирпичики». Почему «Кирпичики» вы сейчас увидите. Берем любые нитки, подходящий крючок. Я сегодня беру Yarnart Jeans, очень мне нравится. Половина хлопок с полиакрилом. Крючок 3,5 мм, нам так советует производитель. Мой любимый крючочек. И разные цвета. Возьмем с вами три цвета. Вот я захотела взять такие. Так скажем, художник увидел, художник захотел. Приступаем. Узор наш будет состоять из 36 петель. Ну, чтобы было видно действительно все кирпичики. И 2 кромочные. То есть мы с вами сейчас будем набирать цепочку из 38 петель. 36 плюс 2 кромочные. Так, приступаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Итак, кто вяжет быстрее, кто вяжет медленнее, ставим на паузу, не переживаем, не торопимся, вяжем в свое удовольствие. Итак, девчонки, смотрите. Сейчас нам необходимо будет провязать всю эту цепочку из воздушных петелек столбиками без накида. Петля подъема, и сюда же мы провяжем столбик без накида. Это будет один. Идем дальше. То есть ничего сложного, узоры все простые, но шикарные. Так, это уже 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38. И получается, здесь мы будем добавлять новый цвет по желанию, какой угодно. Например, возьмем, вот у меня здесь есть белый. Так, у нас на крючке 2 петельки и провязываем мы столбик без накида следующим цветом. Раз, воздушная петля подъема, ниточку подтянули, желтенькую, беленькую, потом в процессе обвязки, если будете вязать плед, например, там, то вы его просто вяжете в обвязку. Итак, воздушная петля подъема, переворачиваем вязание, и теперь мы должны будем с вами провязать 2 ряда белым цветом.
То есть в эту же петельку столбик без накида и пошли обычно без каких-либо дополнительных узоров, два обычных ряда, 1 2 3 обычными столбиками без накида, 4 5 6 7 8 9 10 и так далее. Справитесь сами. Два ряда столбиками без накида, то есть туда ушли и обратно вернулись. Встречаемся после третьего ряда. Так, творческие мои, смотрите, связали 1 ряд белым, 2 ряд белым и заканчиваем 38-ю петельку столбиком без накида. Так, оп, и теперь мы должны будем переключить третий цвет. Ну, в моем случае, например, это пусть будет голубой. Камера дернулась немножко. Так, смотрим. Присоединяем третий цвет. Опять же, 2 петельки провязываем третьим. 1. Воздушная петля. Закрепили. Подтянули ниточку белую. Подтянули ниточку голубую. Переворачиваем вязание. 1. И теперь мы должны точно так же 2 ряда провязать голубым цветом. То есть пока это только обычные столбики без накида. Опять же, у нас не уменьшаем, не увеличиваем, считаем. У нас должно быть 38 петелек. То есть математика, счет, считаем. То есть ничего сложного. Вы видите, я вам показывала и до этого, и буду показывать еще узоры. Вообще ничего сложного, но смотрится шикарно, эффектно. Необычно. И быстро вяжется. Самое интересное, если вы будете вязать пледик, он быстро свяжется. Будете ли вы данный узор использовать в другом каком-либо изделии, не забывайте, что толщина нитки и толщина крючка должны соответствовать. Если вы хотите более ажурное полотно, вы берете крючок больше. Если вы хотите плотный узор, то вы, естественно, берете крючок меньше. В зависимости от того, еще кто как вяжет. Кто любит вязать потуже, кто любит вязать послабже. Тут на вкус и цвет товарища нет. То есть тут все молодцы. И у всех получается классно, согласитесь. Воздушная, поворот и сюда же. Голубеньким провязываем. Кто не пробовал данную ниточку, это как бы не реклама. Я просто в свое время попробовала эту ниточку. Кстати, попробовала я ее в игрушках. Вязала я игрушку. И вы знаете, до этого я вязала детским акрилом. Надеюсь, что это же детский акрил. Гипоаллергенный, синтетика и так далее. Но мне понравилось все-таки из этих ниточек. Цветовая палитра богатая. Качество обалденное. Ниточка ведет себя просто изумительно, послушная. Но и в дальнейшем в эксплуатации точно так же. Цвет не линяет, форму держит. Что еще нужно? Будете ли вы вязать для себя, будете ли вы вязать на заказ, не стыдно. Так, заканчиваем наш ряд. И дальше у нас начинается самое, так скажем, интересное. Потому что у нас появятся первые кирпичики. Так, так. И вот здесь мы присоединяем первый цвет, который у нас был. Был у нас с вами желтый. Просто берем вот так вот, подтягиваем. Сильно не тянем, чтобы край не стянуть. Так? То есть все должно быть аккуратненько. Переключились на желтый, воздушная петелька. Переворот, кромочная, так, и 2 петельки узора. 1 2 Итак, вот мы провязали 3 петельки. Теперь внимательно. Мы делаем 3 накида. 1 2 3 Дальше находим вниз
идем, находим четвертую петельку, видим, да, то есть вот раз, два, три, и в четвертую петельку мы делаем рельефный лицевой столбик. Что это значит? Значит, мы заводим крючок за столбик, завели, схватили ниточку, вытащили ее обратно, и теперь по две петельки провязываем. Две. Раз, две, два, две, три, две, четыре. Вот. Смотрим. Красиво. Для того, чтобы еще раз, так скажем, повторить, будет у нас две такие полосочки вертикально. Опять три накида. Рельефный. Значит, сзади наперед. Переходим на первый ряд. На такой же цвет. Взяли, протянули и раз, два, по две петельки, три, четыре, провязали. Красота, красота. У нас с вами здесь остаются две петельки. Так вот, раз, два. Мы их не провязываем. Понятно? Мы, получается, вяжем следующую. То есть мы две пропустили синенькие и в третью продолжаем вязать столбики без накида. Вяжем 6 таких столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видно? Делаем ту же самую процедуру. То есть мы вырисовываем кирпичики. 3 накида. 1, 2, 3. Опускаемся вниз столбик. То есть здесь можете для себя посчитать. 1, 2, 3. 4, 5, 6. В седьмой опускаемся, делаем рельефный, то есть сзади наперед заводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем рельефный столбик. 1, 2, 3, 4. И еще раз. 1, 2, 3. Не получается. Распускаем, делаем заново. Ничего страшного в этом нет. Раз, два. Вот, видите, сорвалось. Ничего страшного. Раз, два, три. Взяли ниточку. Раз, два, три, четыре. Вот опять две полосочки получилось. Опять пропускаем две синенькие петелечки. И в третью вяжем столбики без накида. Шесть раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, такая вот красота у нас получается. Продолжаем. На этом еще не все. Опять делаем 3 накида. 1, 2, 3. Считаем внизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Проверяйте себя, чтобы никуда у вас не убежал. Значит, столбик. Рельеф. Вытянули. И провязываем по 2 петельки. Раз, два, три, четыре. Кто вяжет быстрее, нас не ждет. Кто вяжет медленнее, жмем на паузу. Раз, два, три, четыре. Нам нужна не скорость, а красота. Правильно? Правильно. Вот, еще один кирпичик готов. Продолжаем дальше. Две синеньких петелечки пропустили. И вяжем дальше. 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть. Опять рельефный. Три накида. Посчитали внизу, проверили себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмой. Оп. Завели, вытянули. По две петельки провязали. Раз, два, три, четыре. 3 накида. Следующий. Рельефный лицевой столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Получилось отлично. 2 петельки пропустили. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Красота. Красота. Продолжаем.
сделали 3 накида, просчитали, проверили себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Раз. Делаем. Провязываем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 накида. Следующий провязываем. 1, 2, 3, 4. Отлично. 2 петельки пропускаем, и у нас получается остается с вами 1 петелька, верно? 1, 2. И вот сюда мы провязываем свой столбик. Все. Красиво? Красиво. Так, теперь наша с вами задача вернуться назад к нашей прежней, сюда вернемся назад, то есть провязываем все желтым цветом. Опять же, столбики без накида. Считаем. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13 и так далее до конца ряда. Встречаемся в конце ряда. Хорошо? Так, ну что, мои талантливые, довязали самостоятельно второй ряд этим же цветом, в моем случае желтым. 37 петелек. В 38 петельке мы переключаемся снова на цвет, который шел после желтого. У нас после желтого белый. Значит, мы переключаемся на белый. Аккуратненько, сильно не тянем, чтобы край у нас не затянуло. Аккуратненько. Желтенький подтянули. Сделали воздушную петельку. Перевернули. Теперь наша с вами задача 2 ряда провязать этим цветом. В моем случае белым. 2 ряда провязать столбиками без накидов. Просто столбики обычные, без рельефных. То есть ничего пока сложного нет. Потом через 2 ряда мы будем переключаться на синий. То есть принцип будет понятен. Каждого цвета будет по 2 ряда. 2 желтого, 2 белого, 2 синего. 2 желтого, 2 белого, 2 синего. Так. И так далее. Довязываем до конца ряда, возвращаемся и дальше встречаемся. Договорились? Сами справитесь. У вас здорово получится. Закончили ряд, да? 37 петелек. 38. Захватываем белую ниточку в моем случае и берем следующий цвет, который идет после белой. Да? У меня после белого идет голубой. Какие цвета вы у себя распределите, это как художнику видно. Так, синенькую не затягиваем, но можем затянуть белую. Воздушная петля и переходим на начало ряда. Здесь мы провязать должны 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, то есть 6 петелек и 7 кромочная. Итак, теперь мы делаем 2 столбика рельефных лицевых с 3 накидами. 1, 2, 3. Теперь внимательно смотрите, у нас получается здесь 2 синих ряда, то есть мы должны с вами сейчас провязать вот такой же столбик, но к синему ряду, не к первому присоединяемся, а ко второму. Понятно? То есть опускаемся вертикально вниз, вот у нас столбик, захватываем его сзади наперед, берем ниточку и провязываем столбик по 2 петельки. 1, 2, 3, 4. Красота, красота. Продолжаем дальше. 3 накида и со второго ряда берем рельефный столбик, сзади наперед захватываем нитку
и провязываем по 2 петельки. 1 2 3 4. Ничего сложного, но согласитесь, какой эффект. Продолжаем дальше, пропускаем сзади 2 петельки и на белом ряду вяжем 6 столбиков без накида. 1 2 3 4 5 6. Итак, мы с вами вновь оказались посередке между этими кирпичиками. Берем, делаем 3 накида, опускаемся вертикально вниз, вертикально вниз, получается, делаем рельефный столбик ко второму ряду, захватываем ниточку, 1 2 3 4, 3 накида ко второму ряду, столбик захватываем сзади наперед, ниточку вытягиваем и провязываем. 1 2 3 4. Шикарно, шикарно. Идем дальше, пропускаем 2 петельки беленькие сзади и продолжаем 6 столбиков. 1 2 3 4 5 6. Опять 3 накида, опускаемся вертикально вниз к столбикам. 1, захватили столбик второго ряда такого же цвета, и 2. Цвета можно брать какие угодно, какие глазу понравятся, душа от которых радуется. 1 2 пропустили и вяжем. 1 2 3 4 5 6. Принцип понятен, да? 3 накида и опять опускаемся вертикально вниз, фиксируем вот так вот второго ряда столбик. 1 2 пропускаем 2 петельки и провязываем 4 столбика без накида. 3 4. Так, давайте посчитаем, сколько у нас должно быть. 38. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Вот, посчитали, и вот у нас еще один столбик. 38. Так, воздушная петля, разворот, и продолжаем вязать просто обычно столбиками без накида до конца ряда. Не забываем считать, чтобы мы не сбились, потому что потом будет убывание либо прибавление петелек, нам это не надо. Ну, даже если вы это сделали, убавили, прибавили, распустили со спокойной душой, с крепкими нервами, и вяжем дальше, ничего страшного в этом нет. Как говорится, не ошибается тот, кто не работает. Мы делаем красоту. Так, у вас уже получается? Уже глаз радуется? Так, довязываем до конца. И теперь мы с вами будем менять цвет. В моем случае после синего идет желтый. Если вы вяжете такими же цветами, оттенками цвета, да, то у вас то же самое получается. Образец вязать обязательно, для того чтобы узнать, сколько ниток у вас ушло, для того чтобы узнать плотность вашего вязания. И если вы, например, вяжете, допустим, плед, можете четко рассчитать длину, ширину изделия, сколько пойдет на нее пряжи. Удобно? Удобно. Образцы можете не выбрасывать, ниточки одинаковые. Вот джинс, да, другого цвета возьмете, пересчитаете, и все. Итак, закончили, да? И в последнем, получается, мы с вами меняем цвет. После голубого у меня идет желтый. Я беру желтый. Сильно, опять же, не тяну. Аккуратненько, легонько. И затянула синюю. Так, воздушная петелька. Поворот. Теперь наша с вами задача. Желтыми ниточками, желтыми, мы должны будем
провязать в холостую. То есть раз, два. Понятно? То есть мы не будем делать рельефные столбики. В данном случае желтый будет у нас в холостую. Столбики без накидов, столбики без накидов. Встречаемся, когда закончим белый. Желтый получается ряд. И будем с вами вязать белый. Договорились? Итак, два ряда вяжем самостоятельно. Раз, два. Желтым цветом. Ну что, готово. Мы провязали желтым. Раз, два. Два ряда в холостую. Теперь мы будем присоединять белый. И белым будем делать вот такие вот перпендикулярные полосочки из рельефных столбиков. Повторяем. Ничего сложного нету. Присоединяем сейчас белую ниточку. Аккуратно, не затягиваем, чтобы край у нас не зажмакался. Желтенькую можно подтянуть. Накид, поворот. Так, сейчас мы провяжем 4 столбика, то есть кромочный и 3. Раз, два, три. Итого 4 столбика. И точно так же. Мы сейчас, получается, делаем 3 накида. Раз, два, три. И опускаемся вниз не к первому ряду белому, а ко второму. То же самое, рельефный столбик. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик. То есть ничего не меняется, поменялся только цвет. Опять раз, два, три накида. Рельефный столбик. Раз, два, три, четыре. Пропускаем 2 петельки желтого цвета и в третью начинаем вязать столбик. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все понятно, да? Так, ниточки, чтобы не запутались. Итак, провязали 6 столбиков. Опять делаем рельефный столбик. 1, 2, 3 с 3 накидами. Опускаемся перпендикулярно вниз, не к первому, а ко второму ряду белому, то есть того же цвета, так скажем. Может быть, он у вас красный, зеленый и так далее. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Опускаемся. Чик. 1, 2, 3, 4. Есть. 2 петельки желтые пропускаем. Вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Что у нас получается? Гляньте, какая красота получается. Так, продолжаем дальше. Так, делаем 3 накида. Опускаемся вниз перпендикулярно ко второму ряду такого же цвета. И провязываем столбик с 3 накидами, рельефный. Раз, два, три. И опускаемся. Красота. Красота. Ничего сложного, но получается эффектно. 2 пропускаем, в третий начинаем вязать столбики. 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Есть. Делаем рельефный, опускаемся перпендикулярно вниз. Оп, 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 оп. Есть 3 накида и рельефный столбик. Раз, два, три, четыре. Ну, принцип вы уже поняли, да? 2 петельки пропускаем и в третью вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Красота, красота. Провязываем 2 перпендикулярно вниз, 2, так скажем, 2 столбика. Раз и два.
Раз, два, три, четыре. И последний столбик у нас остается. Провязываем, получается, раз, два пропустили. И в последний провязываем столбик без накида. Воздушная петля, поворот и провязываем 38 петель. Столбики без накида того же цвета. Семь, восемь, девять. И таким же образом мы меняем цвета: после белого голубой, после голубого желтый, сейчас я отключусь, размотаю ниточки, чтобы не запутывались. Вы довязываете этим же цветом до конца, так, 38 петелек, а потом голубым цветом, голубым, который идет после белого, да, голубым цветом, вы вяжете просто два столбика, раз, два, понятно? Потом у вас идет желтый цвет. Вот желтым цветом будете вязать, опускаясь перпендикулярно рельефные столбики. Если внимательно посчитать, то рельефные столбики будут начинаются с шестого ряда, так, 1, 2, 3, 4, 5, шестой ряд. Потом они идут в десятом ряду, так, 7, 8, 9, и голубой пошел в десятый ряд. Потом 11, 12, 13, белый, 14 ряд. То есть через каждые 4 ряда. 6, 10, 14, 18, 22 и так далее. Понятно? То есть ничего сложного в этом нет. Заканчиваем ряд. Потом голубым делаем просто столбики без накидов. Желтым начинаем вязать уже с рельефными столбиками. И так далее, так далее, так далее. Встречаемся через несколько рядов. Посмотрим, что получилось. Хорошо? Давайте. Так, что получается? Видите? Класс. Класс. Ниточки мягенькие. И вот так вот вы делаете образец. Измеряете его сантиметровой лентой. Сколько у вас получается в длину? В данном случае у меня 22. Пока ширину 9. И можно рассчитать полностью количество ниток, сколько потребуется на тот или иной размер. Пледик ли будет, или что другое. Гляньте, как классно. Здоровски. Здорово получается. Здорово. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будут еще очень интересные узоры. Легкие, простые, быстрые и шикарные. Все. Всем пока.